Да, потому что ты думаешь. Короче, он аккордеоном импровизирует, скрипка импровизирует, Егор импровизирует. Поехали. Песня под названием «Ответь». Ты думаешь, музыка — это искусство или товар? Ты полегодили двери, распалены дыры. Ты суетишься, круглые суки, и забудешь о том, какие будут сны. Как я могу быть любимым любить, если я кретин? Что такое музыка, не удовлетворенность? Или же по первому желанию интим? Но все же, что же такое искусство? Ты не ответь, это возможность самовыражаться или жалеть. Спасибо огромное. Мне нравится.